С вами Марина Север. Я Нары. Вместе Double It's Play. И Enchantix. Нажми Enter и получи Enchantix. А все, кто подпишется на наш канал, подпишут Enchantix просто так. Вы получите Enchantix просто так. С нуля, сразу же. А вот мы начинаем новую игру. Мы сейчас объясним, почему мы вообще иначе. А, мы типа не можем? Ну ладно, начнем с пустого места. А какого я? Почему? А Кика на самом деле увидела черта, который кидается говном. Представляете, да, Винкс и черт, кидающийся говном. Для меня это вообще было непонятно. А почему мы решили пройти Винкс? Ну, потому что Винкс это охуенно, это первое. Первая причина это ты. А можно, о, посмотрите, какая вторая причина. А вторая причина, потому что вышел новый сериал про Винкс, я его уже посмотрела. Нормальный такой сериал. Весь, что ли? Я уже посмотрела весь, там в первом сезоне всего 6 серий. Но если его воспринимать отдельно вот от мультсериала, он заходит нормально. Могу что нажимать? Enter нажать. Так, чтобы осмотреться, вращайте камеру, двигая мышью, кликайте на колесо мыши для просмотров от первого лица. Правый клик для установки камеры за блум. Погодите, чего? Крути мышью. Ты что сделала? А я такого никогда не делала. Там же сказали колесо. Охуеть. Я нажала на колесо. Отпусти колесо. Пусти колесо фортуны. А если так, это будет за блумом. А за блумом. Кстати, смотри, еще можно деревья трясти. Да. А ты можешь вот влиять на объект, нажав на них F или Enter. Используйте на маленьких деревьях в парке. Так, давайте посмотрим. А вот это маленькое дерево. Это большое дерево. Короче, кто смотрел сериал, пишите комменты, как вам впечатление. Вообще странно, кстати, что они поменяли имена некоторым феям, то есть там даже Флоры нет. Да, вместо Флоры какая-то Терра. Странная, ну, женщина. А ты что, она охуенная. А что она собирает? Звезды, на которые можно купить какие-то картинки. Кстати, можно еще поговорить с чуваками. Да я поняла, я все хочу потрогать. А тут больше нечего трогать. Давай, дай, выйди оттуда, пожалуйста. Как застряла там, я не понимаю тебя. Так, здесь больше ничего не надо делать. Привет, чуваки, вы кто такие? Подождите, я не могу. Да, с попой. Привет, а с вами попой разговариваю. Мия, чё Мия, и чё Мия? А вы... О, прошу прощения, парковые ворота. Да, вы можете мне их вообще открыть? Почему? А что происходит вообще? Он что, он там трется мне сзади? Прости, а женщина. А ты посмотри, он главный, что ли? Какого хера ты вообще открываешь ворота? Куда ты пошел, кролик дурацкий? Вот, кстати, вот эти штуки нужно собирать, потому что они я поняла, что надо дают собирать. Возможность, здесь больше никуда нельзя пройти, дают костюмы. О, мне нужно собрать те камни, кто-то их потерял. В общем, максимально, нужно все собирать. Там... Так, смотрите, здесь еще могут быть. Вот, смотри, видала там. Я все собираю на максималках. Так, ты кто такая? Ты кто? Можно с тобой поговорить? О, наконец ворота открыты. А в смысле? В смысле, то есть... Ты там закрыли, что ли? Ну, нормально. Весело. А ты, тёлка, перелезть-то не могла, что ли? Ну, вообще, бывают в жизни такие ситуации. Пиздец, конечно, бедная тёлка. Да. То есть, она ещё ждала, когда сюда придёт Блум. Пока вот эти чуваки по полдня будут повторять имена друг друга. О, Мия! О, Микаэль! Там ещё, блядь, кто-то. Просто класс. Они знали, что они тут вообще женщину закрыли? А то есть, она даже не подавала никаких признаков? Это что такое? Давай посмотрим. Это сохранение. Чтобы сохранить игру, используй светящийся синий кристалл справа. Это чекпоинт. При последующей загрузке игры ты появишься вблизи него. Ну ладно, давайте появимся. И чё? Да. Прекрасно. Все, мы записались. Так, всё. Записались в кружок. Я почистила, сбивание масла. Я почистила свою душу. Видите, смотрите, какая у меня кристаллическая. Sims 3. А еще мы записались в кружок сбивания масла. Все, она почистила душу. Я вам там все почистю, уберу. А Алмаз. Где? Чистит мне душу, сущность мою уходит. Давайте почищу душу. Почищу душу, обращайтесь. Души пока. 100 рублей, ссылка будет в закрепленном комментарии. Могу почистить. Так, 100 рублей. Почищу. 100 тысяч. Почищу всем души. Откройся, пожалуйста. Ой, мы взяли это говно. Семена дракона? О. Каждый раз, как найдешь их, твое общее здоровье увеличится, сделали песок. Так, подожди, она получается у нас кто? Дракон, что ли? Так да, у нее же сила дракона. А, ну я тоже, у меня тоже сила дракона, я же по дракону родилась. Вообще, я поэтому... Хотите, скажу, уже... в каком году? Или не сказать? Нет, не надо сказать. А-а. Ну что, я правильно его? Ну, конечно. А, тут еще алмазы, посмотрите, надо собрать все алмазы. Алмазы, как в клубе романтики. Там нужно собирать очень много алмазов. О, это важно. Кстати, ты видела рыбы? Конечно, видела. Так,
прыгать. Перестань, хватит прыгать. Да, хватит прыгать. Несколько рыб. А вот там? А там черт, который кидается говном. А что делать с ним? Привет. А, сейчас тебе все опишут. О, черт? О, посмотрите! Новая популяция света. Смотри. Можешь бросать световые шары, чтобы разбить врагов. Шары. Левую кнопку. Ударить по шарам. Использую правую кнопку для наведения и колесо мыши. Чё? Как? Да пиздит быстрее. И бегай, чтобы он тебя не отпиздрячил. Пошёл. Видишь, что говном кидает? Ой. Слушай, это было неожиданно. Пунк. А это кто вообще, собственно говоря, был? Чёрт. Можешь взорваться на эту стену. Просто бум. Просто встань против нее, прыгни. Когда спать за край, используй курсоры и все. А там... здесь еще что-то было. Смотри, это что такое? Что такое? Это жизнька. Вау! А мы сожрали, а у нас была полная жизнь. Драконьи цветы растут по всему миру и могут поправлять здоровье. Я хотела еще подавлять здоровье. Ну, знаете, драконьи цветы, наверное, могут и подавлять. Сорвите один, говорят, они еще и вкусные. Ну, нет, если, конечно, ты дракон, то, наверное, для тебя это нормально. А если ты не дракон, а же другой расы может человек? Ой. Тут странно, тут то из мультика, то не из мультика. То черт опять какой-то. Блин, ты нафига? Ну достань, отстань. Ёптить! Я спасу тебя! Да по-моему он не нуждается вообще в спасении. Ой, мать. Ой, это что такое? Ой, у тебя есть магический щит. Чего? Щит! Ты там нажимай тогда его. Я буду называть щит. А-а-а! Подожди, у нас щит залип. У нас щит залип. Тихо, убирай. Отходи. Чё? Чё? Правой кнопкой целится. Слушай, ты чё? Ты бегай, убирай. Ты не умираешь там вообще никак. Ты чё? Я думала, он бегает. Так я думала, он это, умирает. Дайте жизни, пожалуйста. Где драконьи яйца? Вот они как раз. Она у меня это из расы драконов, поэтому она может это есть. О-о-о-о. Сейчас еще раз почищу. Почистил, уберу. Два раза почистилась. Вылезай, собака. Вылезай оттуда. Ты что туда спряталась? Оп. Да, сплавочка от врача. Сплавочка. Ну да. Ты стираешь жизнь. Ой, я жизнь потеряла. Ты что, тут надо все просчитывать. Это тебе не ларка шестая. Ну, кстати, да, в шестой арке. Шестая ларка, если падает, она... Смотрите, здесь, получается, теперь она идет вперед боковой кнопкой. Это как в «Женщине-кошке» ужасное управление. Вот видите, вот, что? Вот что ты делаешь? Лента вперед, понимаешь, а он в бок показывает. Тут еще надо соображать, относиться с игрой, что, где нажимать. Ну, тут понятно, короче, это как в ларке ползать. Не надо если считать. Если ты висишь на краю, то ты можешь свалиться упадешь. Нахер. Можешь двигаться влево и вправо, спрыгнуть, используя курсоры, клавиши. Чего, да и из... Чего? Ладно. Я не кстати, поняла. Что? Почему такие клавиши? А заяц, посмотрите на зайца, он уже наверху. Чего, блядь, надо? Ему ничто не угрожает. Какого хера он бегает от нее? Он нет, не бегает. А можно цветок съесть? Так, пройди к концу платформы, подойди с... Чего? И ты упрешься в стену с этой позиции, ты можешь идти. Влево, следующий клавиш, я ничего не поняла. Короче, тебе нужно упереться в стену и просто идти. А можно мне туда смотреть, где там нравится? Ну, что нельзя-то, блин? Ничего, вот я уперлась, смотри, вот пук. Нет, вот к самому краю и упереться вперед. Во! Так, это гораздо проще, чем написано там было. Я не поняла, какие-то, какие-то непонятные кнопки. Тихо! Прыгай, чё? Я боюсь прыгать. А ты прикинь, если она сейчас упадет, а там все заново начинать надо. Вот поэтому я и не хочу прыгать. Я прям буду сейчас вот так вот тихо очень идти. Оп. А еще, кстати, в дальнейшем вот эта вот локация, она в каком-то квесте на время. Ой. То есть нужно за определенное время куда-то залезть и собрать кучу звезд. Это ваш самый длинный прыжок. Рассчитайте время, и все получится. Ну, вы сказали. Ну, мы же не кошки, чтобы рассчитывать углы. Короче, надо... Это что такое? Так, а теперь... Кстати, смотри, видишь, какая херня здесь стоит? А, или мы... А, мы еще не знаем, как ее использовать, блядь. А я-то знаю, а игра не знает.
Теперь-то что делать? А дальше прыгать? Рассчитывать углы? Куда дальше? Вот туда? Да. Что, серьезно? Вот я тебе отвечаю. Рассчитай углы. Так я не рассчитаю тут углы, я сейчас упаду и все. Нормально. Ой! Интересно, Блум вообще не страшно? Она осознает вообще, куда она лезет? А туда надо, да? А, да. Ты предупреждай. Ползи, не ссы. Ой, бля! А, нормально, нормально стоим. Вот сразу же, мы только начали игру, здесь уже какой-то пиздос творится. Я думаю, надо подождать как-то, да, вот тут? Да. Ты знаешь, это вообще капец какой-то. Я не успею, походу! Успеешь, нормально! Мне, знаешь, мне кажется, это черти. Это черти, это они скидывают камни на нее. А где сохранялочка? Вообще сложно. Она и вылезти не может. Я боюсь не ту кнопку нажать. Нормально. Я, если что, готова нажимать щит. Почему без щит? Я не понимаю кнопки. Я иду прямо, она идет боковой кнопкой. Ой, в смысле, какой фейерверк? Какая-то проблема. Проблема-то как раз у нее. Хе-хе, черт с говном. Я не знаю, как мочить черта. Да, блядь, отходи. Правый целится. Я и так целюсь в него. Так ты отходи в процессе-то. Давай, 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 вали это говно, вали говно, вали говно, ура! Так, подожди, здесь что-то происходит, да? Да, здесь тоже сверху падают камни. Вообще, игра просто вот по жести прям играет. Ну что? А, так я не дошла до меня. Короче, этот уровень просто задает настроение всей игре, вы уже понимаете, какой здесь ждет пиздос. Особенно во втором прохождении. А, черт! Черт! Мне надо развернуться! Давай, 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 я хочу убить! Блин, два! Давай, 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 двоих, сука! Какого хера? Суки ебаные! Бля! Вот это сложно, вот это слушай, уровень! Ты чё? Ты чё? Я могла здесь вывалиться? Вполне. Думаю, в этой игре, возможно, все. А можно здесь цветок съесть? Нет, этот не жрется. Ну, у меня жизни-то мало. Ну, вообще, слушайте, интересная ситуация. Это игра, вот я хочу сказать, что это детская игра вообще, смотрите. Детская игра, но она такая уж, она и детская, потому что там есть некоторые недетские моменты, очень сложные, которые... Я сейчас пройду. Ты куда там сейчас эти шары, блин? Да, может, его придавят. Его придавило, прикинь! Так, погоди, давай сейчас развернемся, посмотрим. Это теория нормально. О том, что можно звезды не собирать. Да, насрать, это не теория собирай. О том, что можно просто стоять как женщина, ничего не делать, в итоге все само произойдет. Так вот, хоп. Черт, да беги, да. Посрать вообще. Пошел отсюда, я побежала. Мамочки. Так беги, нормально, нормально его раздавит сейчас. Беги, беги, если что, щит нажму. Сохранялочка обязательно. Так, я не могу. Все. Че, бежать, чего туда? Конечно, беги, вообще насрать на него. Его там уже, наверное, раздавил 10 тысяч раз. Первый нервный. Они его! Я тебя сейчас страхну! Еще одна фея, я спасена, что? Я почему она Брутелла? Брутелла! Я не фея, я... Брутелла! У тебя есть сила, я Брутелла! У тебя есть сила, я не могу сражаться, слишком слабая, ты мой шанс. Не волнуйся, Сергей, точно силы, что в тебе. О, Винкс, силы, что во мне, да, я попробую. Энчантикс! Yes. Что-то там было. А что, я все забыла? Борясь с врагами, борясь. А вас... Борись! Чего Баран ты можешь Борис. Летать, двигая мышью в любом направлении? Используй левую кнопку мыши, чтобы пустить магическую ракету. Следи за счетчиком магии. А, еще счетчик есть какой-то. Спарклс, перелетай, который пускает кнут. Они пополняют счетчик магии. Что? Не бери черный, они вытягивают. Это все потому, что я черный. Мышью ебошь его быстрее. И, короче, до верхней слетать, чтобы собирать что-то. Ты там давай показывай, что куда летать, я не знаю. Ты, если что, это... Да? Во, нормально, нормально, регулируй. А что он не умирает? Кстати, да, мышью нужно в определенный момент пиздеть. Вот смотри, пошло. Так. О, ты ему очки сбила, вот туда, влево. Ладно, похуй.
Мне он вообще какой-то странный. Она не могла собрать ту штуку. Вот, сейчас пизде активно. Что надо делать? А у меня силы нет. Бляха, надо пособирать силы. Силы-то нету. Сейчас пособираю, нормально. А там Стелла валяется, Брутелла. Где сила? Ой, бляха. А где сила-то? Офигеть, а силы нету. У меня в жизни нет вообще. Держимся, вот сила. Сила слева была. Наверное, его нужно в какой-то определенный момент, что ли, пиздить. Вот. О, погоди, еще вот одну брать нельзя. Нельзя. А почему ты их больше всех? Во! Можно пиздить. Вот там еще, смотри, сколько синих. Уйди. У меня жизни нет, я сейчас умру. А, точно, у тебя одна вообще. Пиздос. Ладно, нормально, мы выживем. Во, давай пиздякай. У меня силы-то нету. Во. Почти. Почти. Бля, вроде бы нормально. Осталось-то последнее совсем. У меня силы-то нету никакой вообще. Ой, ёб твою маму. Так. У меня нет силы. Ну это Брутелла, конечно, вообще охерела. Тихо, вниз. Да, блядь, ты черную съела. А! Отпусти. Я не могу нажать shift. Тихо. Блядь, она сдохла. Там осталось совсем. Чуть-чуть. Мы не получили свой энчантик. А вообще, ее как бы Блум ничего не смущает. Что она превратилась, что тут какие-то тролли, как бы ничего удивительного. Потом решать будет, что тут главное чувака. Защит! Я не могу! А ко мне тоже щит! Блять, кнопка залипла! Причем что, я ничего не нажимала вообще. Все, нам пиздец. Да я опять, у меня силу съедет. Может, этот надо щит, нет? А как быть-то без силы? Она бессильная. Вон наверху, смотри. Смотри. Вот у меня чуть-чуть остается. Вот по идее, да? Совсем чуть-чуть осталось. Скоро помрет. Ну вот так вот тебя тоже чуть... Во, вот сейчас бы, сейчас его ёбнуть. Понял, ну, сука? А, у меня получилось, что ли? А, еще увидимся, тёлка. Ну ладно. Ой, привет. Это вообще как произошло? Знатно побухали. Кажется, это твое! Это был потрясный бой! Не могу в это поверить, откуда взялась эта сила? Так я же дракон! Это была магия феи, ты наполнен ею! Я фея? О, вау! Это означает, что тебе следует отправиться в школу алфей! Конечно, я хочу в школу алфей! Это школа магии! Школа алфей, да, ты можешь там узнать о своей силе! О, звучит загадочно, мои родители туда не отпустят! А шли их в жопу! Да, я королева, я принцесса, я тебе помогу! Вот смотри, у меня кольцо есть, я тебе сделаю предложение, и все, теперь ты обязана со мной поехать, тварь! Ой, замутим? Ой, какой вот этот поворот! Очень необычно. Окей, сила света. Лунная призма, дай мне блок коммунизма. Что за крыса там рядом стоит? Ебучку на беззвучку. Ребята, успокойтесь. Познакомьтесь с соседями. О, да кто за Стеллу-то говорит? Ай, Брутелла, впечатляет. Да, привыкнешь, скоро будешь смотреть на эту школу, как на обычную. О, надеюсь, что нет. Ну, можете как на обычную зимнюю школу. Наверное, стоит поискать комнату, если не хочешь спать тут же. Спать здесь? Ну, знаете, здесь так красиво, я могу здесь спать. Вау, это все мое, что ли? Да, прикинь. А можно сюда выйти? Или что? Или как? А, нам, наверное, нужно найти свою комнату. Это, походу, давайте туда, что ли? Чего написано? А эта дверь позволяет возвращаться туда, ну, где да. Вы уже были. Если хотите знать, какие задания вы еще не делали, то проверьте дневник в меню. Места, где вы уже были, идите к точке сохранения, чтобы вернуться в Алфея. Ну да, короче, есть всякие... То есть это типа выход из Алфея. Ну да, типа побочные задания всякие. Побочные эффекты? Да. Кто такие ведьмы? А, облачные башни. А, откуда вообще это? Мы еще даже этого не знаем. Короче, в каком-то Машексе есть три школы. Одна наша, вторая школа Красного Фонтана Героизма. Храбрости там учатся мужички, наши парни-герои. Ну и для ведьмы есть школа Облачной Башни. Вау, вайми! Ну, лучше с ними не встречаться, они... Ну я поняла, они темные, короче. Так, куда мне? Где моя комната вообще, ребят? А я... Я думала, это закончено. Надо найти комнату, да, и закончено. Ну я так понимаю, да. А можно сюда сделать? Да, это... Нет, тут занято уже. Пошла в жопу. Здесь уже все занято, все места. Ну ладно. Так, я думаю, сначала комнату найти. А вот, кстати, сохранялка, это очень важно. Можно, в принципе, тут и сохраниться. Посмотрите, крыса стоит. Я не помню, как ее зовут. Гризельда, по-моему. Вон она, кстати, ее портрет. Вообще тут есть, тут будет во втором сезоне какой-то классный препод с черными волосами. Ой, эти классы закрыты, не просто так, проходите быстрее. А что, чего, какие классы? А смотри, это что, пожарная система, да? На телефоне тренинг, у меня куча тел.
Я вообще ничего не знаю. Вы меня просто так бросили, вообще хоть показали бы, куда идти, что делать. Вот как обычно, блин, вообще, вообще капец какой-то. Просто оставили человека одного, душу оставили, ничего не сказали, что делать в этом мире-то, блин, а? Во, видали, там даже птицы полетели. Move along now, let's not loiter. Кто озвучивает ее? Да, она тебя посылает. А тебя послала по-английски. Там, кстати, можно дерево порвать, ну ладно. Да, в следующий раз можно порвать. А смотрите, здесь у нее жизнь не уходит. То есть я могу спрыгнуть с высокой точки, кстати, и да. Умереть, кстати, да. Потому что я сейчас думала, пойдет она... А она может здесь применять свои силы? А зачем? Конечно, не можешь ничего применять. Как же они будут обучаться? Ну, когда они будут обучаться, кто это такие? Паладин или Паладио, как там назвали? Наверное, а, да, там на втором сезоне будет охуенный такой препод с крыльями и черными волосами. Вот где эта дура стоит, там их комната. Милея, Либелла. Вот так. Так. Привет, я Целис. Целис, да, мне похер. Привет, а я Блумка. До встречи, думаю, от этого я комната. Думаю, мне нужно найти свою комнату. А ты что, со мной что ли живешь? Подожди, давайте посмотрим, что у нас. Вот. Смотри, там Флора, Блум, Текна, Стелла, Муза. А, кстати, в сериале нет Текны. А вот и мы. Вау. Привет. Здорово. Ничего себе, меня зовут Блум, а это Стелла. О, если верить расписанию... А мы будем жить вместе в этой комнате. Я Флора. А, я Флорка. Кажется, комната такая же, как и в прошлом году. А я вип-сучка, у меня своя отдельная комната. Я Муза. А Муза с Текна, это Текна. О, приятно познакомиться. Я Блум. Это Флора и Стелла. Брутелла. Зависит, я Брутелла, да. Брутелла. Мисс Гризельда позаботилась, чтобы все знали Брутеллу. О, да, кажется, в прошлом году в одной из лабораторий было пришествие Брутелла. Она еще и работает, Брутелл. А в смысле, подожди, Брутелл, хочешь сказать, она... Да, она что-то там сделала. Подожди, она что, она старше, что ли, их всех? Короче, мы предупреждали, что будет взрыв. А, думаю, я смотрю школу, увидимся позже. Так, сколько у меня подружек много, давайте устроим девичник. Да, тусу. Значит, смотрите, что мы сделаем. Мы, короче, значит, включим телевизор, какую-то киношку, и будем кушать попкорн и смеяться. Так, а можно еще мантры попить? А где? Подожди, майор. Так, давайте посмотрим все комнаты. Так, техническая комната. Здесь у нас надо узнать, кто где живет. Тут музы, наверное, тут все такое музыкальное. Прекрасно. То есть сразу, смотрите, все есть сразу. Что ты хочешь, что у тебя есть. Так, замечательно. Сразу все приготовлено. Птица какая-то там видела? Так, это что такое? Стелла. А почему у Стеллы отдельная комната? Она же типа самая принцесса. А, ну да, понятно. О, ну Стелла любит всякие такие штуки. Да ни хера себе у нее тут кровать. Вот. А в смысле, почему четыре подушки? Она тут что, с четырьмя спит? Ну, она же Стелла. Смотрите, какая красота. Ну ладно, моя комната последняя. Сейчас пойду посмотрю. Так, что приготовили для нас? Так, ну Флора, понятно, она, видимо, здесь у нее цветы. А у меня чего? А моя... А что за срач? А почему я развалено все непонятно, как это вообще кто-то сделал? Я тут еще даже не была, первый раз зашла сюда вообще. А кто это сделал, реально? Вы что? Ну, короче, ладно, прибирать как? Срач. Наверное, будем уже в следующей части. Да. Да, начнем учиться в Алфее, в магической школе. Поступили в Алфее. Вот, кстати, в сериале, что мне не понравилось, там было очень мало процесса обучения. То есть там сразу же какие-то, блядь, сожженные вообще, кто это такие, какие-то непонятные вот эти вот штуки, а не показали учебу, то есть просто они приехали, они уже владеют магией, они уже такие крутые. Диван проваливается. Да, они мне уже было бы интересно посмотреть, как они обучаются. Мне нравятся темы про обучение всяких стран, разных мира. Да, Блумка у меня провалилась, текстура пусть там стоит. Вы подписывайтесь на канал, вначале мы об этом тоже говорили, да, подписывайтесь, ставьте получите лайки, энчантикс. Комментируйте, да, сразу энчантики, беливиксы и что там еще. Лебедивикс и так далее. Вот. Всем пока!